Это не США, это Россия. Помимо действий России на международной политической арене и зимней Олимпиады 2014, проходившей в Сочи, много ли американцы знают о нашей стране? Итак, представляем вашему вниманию 10 вещей, которыми примечательна Россия и которые мы делаем лучше, чем американцы. Конечно же, по мнению самих же американцев. Страна, которая не была создателем балета, но определенно стала синонимом этого вида искусства. Многие широко известные и любимые балетные спектакли были написаны и поставлены в России. Такие как «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». США тоже дало миру несколько потрясающих талантов, но они и близко не сравнятся с тем пластом культуры и истории, что подарили русские. Номер 9. Водка. Американцы потребляют довольно много водки, но как производитель США не привнесли ничего нового. Даже водка с разными вкусами была популярна среди русской знати, еще когда США даже не существовали. Номер 8. Дворцы. В этой категории все ясно. США никогда не были искусны в строительстве правительственных зданий, но учитывая, что в России столько замечательных примеров, нельзя это не упомянуть. Зимний дворец в Санкт-Петербурге просто грациозен, но учитывая, что та или иная часть дворца находилась в строительстве или реконструкции в течение 3 столетий, он должен быть грандиозным. Номер 7. Метро. Беглый взгляд на фотостанцию метро в Нью-Йорке и станцию в Москве говорит сам за себя. Номер 6. Соборы. Возведение средневековых церквей и соборов выпало из временной эпохи США, но точно не из русской. В России их огромное множество, включая храм Василия Блаженного в Москве, один из наиболее узнаваемых и культовых строений в мире. Номер 5. Литература. Какая страна пишет лучшие книги? Вопрос спорный, но самые длинные здесь Россия точно выигрывает. В печатном формате роман Льва Толстого «Война и мир» бьет атлант «Расправил плечи» Айн Рэнда на 100 страниц и бесконечную шутку Дэвида Фостера Уоллеса на 200. Номер 4. Цирк. В США цирк тоже был популярен и имел историю, но за пределами Лас-Вегаса так и не прижился. В России же в 90-е годы проводилось 70 цирковых представлений в минуту, что ставит цирк в один ряд с театром и балетом. Номер 3. Собаки. Собаки в России, может, и не смазливее или лучше, но они точно более самостоятельны. В США собаки посещают салоны красоты и делают маникюр. Русские же собратья самостоятельно путешествуют из пригорода в центр Москвы на метро в поисках пропитания. Номер 2. Русская баня. Если в США сауна – это своего рода спа-процедура, где отдыхают незнакомые люди, то для русских баня – это культурная и социальная традиция. Номер 1. Авторегистраторы. Ни в одной стране мира так не любят авторегистраторы, как в России. Если только вы не жили последние 10 лет на горе, то наверняка вы видели нарезки «Meanwhile in Russia». От ежедневной рутины до событий мирового масштаба русские все снимут на авторегистраторы. Что еще, по вашему мнению, есть примечательного у нас в России? Свои варианты пишите в комментариях, ставьте лайк под видео, естественно, подписывайтесь на канал. Увидимся!